До революции это был народный дом для проведения общественных собраний, но архивные документы говорят, что изначально здание строили с библиотекой и театром. Также были найдены документы о том, что наш посадский глава Константин Григорьевич Марков обращался к самарскому губернатору об учреждении общества любителей вокальных драматических искусств. Это общество, оно должно было способствовать развитию театральной деятельности в посаде Меликес. Сейчас официальной датой основания драмтеатра считается 1943 год, год образования Ульяновской области и первая премьера. Однако история нашего театра, как теперь установлено, началась гораздо раньше. Руководство Димитровградского драматического театра приняло решение выступить с инициативой о пересмотре даты основания театра на 1908 год. Таким образом, в следующем году мы должны праздновать 110-летие нашего театра. Арина Макарова, Анжелика Барвинок, Константин Белов. Наше время.